так в тени я сушу собранный мною земляничник. Тут и корешочки, и стебелечки, и цветочки, и ягодки, завязи. Очень вкусный чай я такой пила, угощали на работе много лет назад. Но как-то вот сама не ходила за ним на гору. Давно, вернее, не ходила, несколько лет. Поэтому будем обязательно ходить еще собирать поближе к дому. Просто сейчас вот жара на эти дни, 34, сегодня собирались идти пешком. Ну, нет, в такую погоду не пойдем. Дождемся прохладной погоды и пойдем собирать. Сейчас в огороде наберу смородину лист и малины. И тоже насушу. Сейчас самое время его сушить. Покажу, как мы спасаем курочек от жары. 32 сегодня, на солнце, не знаю, там за 50, наверное. Они у нас лежат, курочки, вот в этих загончиках, накрытых поликарбонатом. Без вот этих укрывашек, одеяло, там у меня покрывалка, скатерть старая. Тоже жарко. Само солнце печет. То есть тени никакой нету. И поэтому вот так вот накрываем днем, и они у нас лежат в тенечке. Больше никак. Вариантов больше нету. На ужин у меня сегодня борщ. Сейчас еще пойду укроп нарежу с петрушкой и посыплю. А к борщу готовлю вместо хлеба, неохота идти по жаре в магазин, вот такие пампушечки будут у меня с кунжутом. Обычное дрожжевое тесто положила, скатала булочки такие, шарики, обмакнула в кунжут и пока стоит растаивается. Ух ты! Посмотрите, как булочки расстоялись. Хотя дома прохладно, но булочки поднялись хорошо. Сейчас их в духовку отправлю. Ай, какие симпатяшки у меня получились. К борщу булочки. Не сладкие. Тесто рецепт напишу в описании под видео. Обязательно. Я уже продаю инкубационное яйцо эстонских перепелов. И вот женщина у меня заказала как можно больше их. Ну вот собираю и в такую коробочку упаковываю. И она приедет. Вот, храню их в кочегарке. Там прохладно, там 15 градусов, ну 16 максимум. Яйца холодные, поэтому можно смело их держать там. Вот сейчас посчитаю, сколько мне еще осталось насобирать. И яйца заберут. Ух, и жарко на улице. Даже ветерок не помогает. Мне кажется, самое кайфовое это вот этим курицам. У нас этим курочкам, которые у нас под навесом находятся. Тут продуваемое такое местечко у них. И от солнца спрятаны. В общем-то, тут им хорошо. В тенечек залегли. Лежат. Окно днем в сарае вот так загораживаю частично. И дверь в сарай закрываю, чтобы солнце не палило туда внутрь. Ну-ка. Ну вот, у них прохладно. А то вчера дверь не закрывала, и у них было, ну, жарко. Потому что солнце прям нещадно светит. Нещадно греет. Ну что, мои хорошие? Хорошо вам, ребятишки мои? Вот они, выглядывают, выглядывают. Так, ну вот 25 на градуснике.
Так, водичка закончилась. Хорошо, что пришла. Перед полком надо будет. На, и сейчас. Мои крошечки. Все хорошо. Правда, прохладно и дышится легко здесь. А то вчера вечером зашла, когда дверь весь день была открыта, и окно не закрыто было. Тут очень было душно, просто невозможно было. Они бедные сидели с клювами раскрытыми до самого вечера уже, когда даже на улице прохладно стало, они все равно тяжело дышали. Проветривали вчера, вентиляцию включали вечером. Вот сегодня решила все упаковать их. Ну вот, покупку теплицы откладываем до следующей недели. У нас до 20 числа объявляют, МЧС объявила аномальное повышение температуры до 40 градусов жары. Поэтому смысла нет сейчас покупать, таскать все это. Будем отдыхать. Не знаю, как, где прятаться от жары, как прятать цыплят. В общем, ждите наше видео, когда будет хорошая погода. Это вот, которая собранная там стоит? Ну да, да. На вставочку. А только она там крашена, а это не крашена. Ну пусть что с ней будет. Ну что, ничего, заживей, да и все. Она же под... Так, а это что? Дырочки зачем-то? Это... Накопление. Это вход-выход. Вот это туда перед, передняя сторона, а это дверь. А там по книжечке там, это. Да. Так на пальцах все равно не запомнишь. Ну а вот тумбочка. Не, ну у нас отличается. У нас просто есть уже такая. Только она крашена и типа молотковой краски. Ну да. То есть вот тут и вот вся инструкция по сборке. Мы все-таки купили теплицу сами и везем ее сами. Вот таким макаром. Для наших курочек. Приехали, сейчас будем разгружаться. Ребят, хочу вам рассказать о шикарной инкубации, о результатах ее, которую я провела в последний раз. Яйца были взяты в Омске в компании или в ЛПХ «Куролапки». Вероника там заправляет. Значит, я у нее брала 30 билефельдеров. У меня получилось их 23 билефельдера. Мараны. Только одно яйцо не, вот оно, не вывелось. Всего у меня их 19 маранов получилось из 20. Оплот 100%. Дальше. И вот здесь билефельдеры остались. Их было 30 штук. У меня 23 яйца. Ой, вернее, 23 цыпленка получилось. Вот 4 яйца это задохлики. Просто чудо. Я очень рада такому результату. Ну и еще раз хотела показать, как все-таки работают вот эти корзинки с фикс-прайса. Смотрите, под корзинкой чистенько все. Тут я, конечно, газетки постелила, но тоже это будет легко убираться. Потому что мыть, ну, отскребать очень тяжело пенопласт. От засохшего вот этого белка, желтка, от слизи. Вот. Ну а здесь совсем все чистенько у меня получилось. Буквально чуть-чуть там насыпалось. Это я легко помою. По крайней мере, без засохших вот этих вот остатков от яиц. Ну все, можете меня поздравлять с прибавлением. Билефельдеров у меня половинку забирает девушка. Маранов тоже половинку. Ну а амроксы у меня остаются. Амроксы вывели все. 10 яиц было, 10 цыплят. То есть 100% вообще получился вывод. Все. Привет всем. Продолжаю снимать в воскресенье. Жара реально на улице за 40. Тишина, не ветерка, где-то метр в секунду. Ну, судя по прогнозу. Не знаем, что кушать. Прям вообще ничего не хочется, только пьем. В обед у меня был борщик без мяса, со свеклой, с морковкой, с картошечкой и с перчиком.
А на ужин вот готовлю семгу, взяли стейки, посолила, перчить не стала, лимончик. И сейчас вот так вот заверну в фольгу и в духовку. Буквально на полчаса. А на гарнир просто овощи порежу, огурчики, помидорчики. Ой, порвала. Сейчас еще одну оторву фольгу.